Иоанн Креститель, тот, кто возложил руку свою на голову Спасителя, тот, кто крестил в водах Иордана Господа нашего, Иисуса Христа. Вестником рождения Иоанна был сам архангел Гавриил, что возвестил о сыне отцу его Захарии. Рожденный за полгода до Христа, он был спасен от смерти, постигшей младенцев в Вифлееме. Сродник Господень по матери, исполненный Духом Святым, удалился Иоанн в Иудейскую пустыню, где до 30 лет прожил в пещере, в молитве и посте. А в 30 лет он вышел на берег Иордана, дабы проповедью своей приготовить народ к принятию Спасителя мира. Величайший из пророков, он засвидетельствовал о пришествии единородного Сына Божьего, принявшего человеческую плоть. И он же засвидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Крестив Сына Божьего, святой Иоанн Креститель вскоре принял мученическую смерть, был обезглавлен по приказанию царя Ирода. И в этот день христианский народ собирается в церковь, чтобы совершить богослужение в честь и похвалу прославляемого ныне великого предтечи и крестителя Иоанна. 20 января. Собор святого Иоанна Крестителя.